Первые радости на даче. Еще очень холодно. И вот крокусы пробились, сиреневые. Но здесь потому, что холодно, около дома холоднее. И желтенькие. И они такие мелкие. Рядом с ними тюльпанчики тоже цвести не будут. Дальше морозник. Посмотрим, как он будет развиваться. А тюльпаны вот здесь мелкие. Они красивые, конечно. Бывают крупные, бывают мелкие. Но эти уж очень мелкие. В другом месте они цвели покрупнее. Галантусы подросли, но вот развалились вчера. И снег шел у нас, и мороз был. Они вчера совсем упали, сегодня поднялись. Вот такие цветочки. Цветочки у них красивые, как колокольчики. Это рябчик императорский. И вот они, несмотря на холода и на то, что был мороз ночью, они вот все равно подросли такой щеточкой. Красиво, высоко. Но я предполагаю, что эти будут цвести. Рядышком вот еще вот один рябчик. И там рябчик. Эти, возможно, будут цвести. А рядом вот здесь куст жимолости. Ну, живая, почки есть. Пока она еще связанная, мы не отвязывали ее. А вот видно на макушке почки. И рядышком вторая жимолость. Но еще ничего не развязывали. Приехали второй раз только. Первый раз вообще было холодно. Сегодня чуть потеплее. Но вот почки уже начинают распускаться. Жимолость, она быстро на тепло отзывается. Вот как был теплый день. 2 дня теплых у нас было, больше 20 градусов. Так все и пошло. А потом холодно опять и заморозок. Эти рябчики еще совсем молодые. Эти цвести не будут. Но пускай они подрастут. Луковица пускай нарастет. Я их здесь много посадила. Вот некоторые вылезли, некоторые еще растут. Вот здесь вот толстенькие почки, побеги лезут. Может быть, и зацветут. А здесь совсем дальше маленькие. Совсем маленькие. Предположительно, что они цвести не будут. Или избирательно, редко будут цвести. Здесь гвоздика такая турецкая. Но это надо чистить. Это еще надо очищать. Здесь я еще не занималась. На этой грядке прошлогодняя петрушка. Я начала вот тут рыхлить, очистила половину. Половину, говорит, да, очистила, а половина еще осталась. Было холодно, тогда дождь пошел, и мы уехали домой. Ну вот вторую половину дочищу, и будет у нас свежая петрушка. А новую посеешь в холодную землю, если ее посеять, она долго будет сидеть, когда она еще вырастет. А зелени хочется. Здесь вот такая клумба стихийная. Особо я за ней не ухаживаю. Вот весной сейчас я лишние листья уберу, порыхлю и все. И больше никакого ухода за ней не будет. Но здесь хорошо цветут флоксы. Все цветы хорошо растут. Вот лилейник у меня посаженный. Он уже лезет. Крокусы. Видите, вот здесь повыше как бы пригорок. И крокусы покрупнее, белые, и вот такие, как с прожилками. Я тоже посадила, просто луковички посадила, а они вот здесь растут и цветут хорошо. Но это все еще надо убирать и всем этим заниматься. А это лапчатка. Лапчатку надо обрезать. Надо ей форму придать. И вот такие растения пока что еще распустились. Начинают распускаться крокусы. Это вот уже распускаются, но солнышка нет, облачность. И они не раскрыли свои цветы. Будет солнце, и они раскроются.